Если ты любишь гимнасток, остроумные шутки и напряженную атмосферу, попробуй пересмотреть пункт назначения 5. На данный момент финальную часть франшизы. Чуть меньше мистики, чуть больше психологии вместо обнаженки актрисы сериалов. Будьте осторожны и давайте начинать. Конечно, нет никакого списка, нет никакого плана. Все движется по кругу, с чего начинается, к тому и возвращается. Просто так происходит, и, как говорится, если ты ускользаешь от смерти больше двух раз, ты с ней играешь. Познакомься с главными персонажами, все, что о них нужно знать. Шутить они точно умеют. Одна из девушек решила выпендриться тем, что занимается спортом, а вторая тем, что у нее есть сиськи. Каждому свое, но это точно не ничья. Мало фобий, получай. Сюжет начинается, как обычно, с каких-то там флеш-форвардов, предсказывающих будущее, или проще сведений, показывающих альтернативное будущее в момент пересечения вселенных. Отправившись в путешествие на тренинг по стрессоустойчивости, ребят ждут ремонтные работы и разбушевавшаяся погода. Самый ответственный момент. Ветер дует, трассы трясутся, что там делают? Череда совпадений, ремонтные работы, сильный ветер, дорога уходит из-под ног. Когда держаться нету сил, на помощь приходит эмульсия, улучшающая сцепление с асфальтом. Но даже это не помогло. Довольно неоднозначная ситуация с неожиданным концом. Можно бежать и спасаться, наплевать на всех, можно пытаться помочь остальным, а можно просто надеяться, что пронесет. Как жаль, что в этом случае пронесло только одного человека. Возможно, это и послужило причиной крушения моста. Огромная куча, вываливающаяся из автобуса. Время тоже сходится, законы физики нарушены. Антигравитационное говно. Кто за кого, я искренне переживал только за Оливию. Уж очень мне зашло ее большое чувство юмора. Но несмотря на то, что Оливия очень милая девушка, именно на ней палка подвела. Не выдержала, сдалась, прогнулась и опустилась. Такое бывает не только в фильмах. Эти моменты нужно просто пережить, забыть и жить дальше. Тем более, что есть люди, которым не повезло еще больше. Молодые люди получают штырем в голову. Хорошо, что это просто фантазии сценариста, режиссера и навыки каскадера. Ты замечал, что некоторые люди, чуть приобретя опыт, начинают считать себя профессионалами, для которых правила безопасности не писаны. Так лучше, так легче. А знаешь ли ты, чем они еще отличаются? Истинные профессионалы никогда не пренебрегают безопасностью. И больше того, умеют справляться с экстремальными ситуациями. Для всех остальных существует карма. Независимо от того, как, с кем, из-за чего, глупо, нелепо или случайно. Смерть — это всегда печально. Очень легкомысленно гимнастки или зло воплоти решать тебе. Девушка явно заметила все опасности на своем пути. Саморез и просто обошла его, не убирая. Она заметила оголенные проводы воды и просто перешагнула, никому не сказав, при этом точно зная, что следом за ней пойдет другая спортсменка. Череда событий, печальный финал и нелепая смерть. Нет причины у такого, всего не предугадаешь. Можно лишнее усугублять. Коллеги в шоке, но паренек не растерялся и присвоил абонемент себе. Уроки бесплатного пикапа. Симпатичные девушки, экзотические процедуры. В каком-то фильме из мужика делают моржа, а из этого ежа. Сцена так себе, покойся с Буддой. А вот к Оливии я вернусь еще раз с большим удовольствием. Девушка решает полежать под страшным аппаратом, но у нее плохое зрение, и она об этом еще не знает. А врач, решив, что она хочет уединиться с игрушкой, оставляет их наедине. Странное местечко, опять под систем сбились с пути и перешли на темную сторону, чтобы девушка в итоге подскользнулась и упала с высоты. Жаклин МакИннес Вуд, певица, диджей и актриса. И пытаясь избежать неизбежного, просто не торопи события, а потом вдруг решает, что не такая уж дружба и справедливая. Почему жила девушка друга, а не его? Этот вопрос водил его с ума, вызывая диссонанс. Когнитивный дискомфорт в запущенной стадии до добра не доводит. Хорошо, что Сэм смог остановить Питера, проткнув его шомфором. За что боролся, на то и напоролся. Это не реквием, это точка отсчета. Сиквел становится приквелом, и это очень круто. Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео.